Позади школьные уроки, перемены, напряженные моменты единого государственного экзамена. В региональном довузовском комплексе вручили документы о среднем общем образовании. Среди выпускников – победители олимпиад, творческих конкурсов. Как проходило прощание с учебным заведением, рассказывает наш корреспондент. Выпускники радуются успехам и принимают поздравления. Позади напряженный учебный год и сдача единого государственного экзамена. В этом году 11 класс регионального довузовского комплекса покидают 30 ребят. Александра Ходченкова оканчивает лицей золотой медалью. Девушка успешно сдала ЕГЭ, впереди поступление в ВУЗ. Казалось бы, еще вчера, 2 года назад, я только пришла в этот лицей, а уже сегодня заканчиваю золотой медалью. Я собираюсь поступать в Тверской государственный медицинский университет. Преимущественно я хочу быть анестезиологом-реаниматологом. Даниил Зиновьев тоже уже определился с выбором. И благодаря подготовке, полученной в лицее, вполне уверен в своих силах. В будущем Даниил планирует заниматься наукой. Либо фармация, либо микробиологические исследования, генетика, биотехнологии вот в этом направлении. Хочется работать на благо общества и создать что-то новое, что может продлить жизнь человеку. Выпускники регионального довузовского комплекса ежегодно показывают высокие результаты по ЕГЭ. Конечно, такие баллы достигаются упорным трудом. Однако прошедшие школьные годы ребята считают лучшими в своей жизни. Школьные годы заполнились, конечно же, педагогами, которые всегда были рядом, поддерживали, давали очень полезные советы. Ну и, конечно же, поддержкой моих друзей, родителей, знакомых. Но даже самым целеустремленным нужно создать подходящие условия. Это и талантливая работа педагогов, и организация учебного процесса. Выпуск большой. 30 человек у нас выпускается. Это один класс. Но внутри у нас профили. Это наша отличительная черта. То есть 10 и 11 класс у нас профили. Они от 3 до 5 человек в группах сидят и готовятся к сдаче тех предметов, которые будут определять их будущее. Традиционно у нас 100% поступление. Поздравить выпускников пришли почетные гости. А под громкие аплодисменты ребятам вручили аттестаты и грамоты. Какой бы путь ни выбрали для себя лицеисты, годы, проведенные в стенах учебного заведения, навсегда останутся для них самыми ценными.